Дело в том, что я 5 лет работал режиссером и главным режиссером Томского театра драмы. Это замечательный старый русский город с хорошими традициями. Город студентов, там же студенческий, Вузов, по-моему. Университетский город. А, вот. И, значит, вот когда я летал туда, продолжая оставаться москвичом, я там прожил 5 лет, все равно, так сказать, никак не мог привыкнуть к этому состоянию, что я живу не в Москве. Я когда летал, ну, естественно, 4 часа летишь, всякие мысли лезут в голову. Вот, если мне память не изменяет, то у Визбора есть такая песня, которая называется «Мысли», которая приходит мне в голову, когда я лечу по маршруту Москва-Томск. Сейчас я попробую. А жена моя сейчас зажигает зажигалку и закуривает яву, и мурлыкает эфир, и какой-то нехороший говорит: послушай, Галка, не гляди на вещи мрачно, как прекрасен этот мир, а быть может, нам с тобой наконец-то повезет, и быть может, разобьется этот самый самолет. А все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла, а у штурмана товарища Семенова настроение паршивое вообще. Он не далее, чем в полдень, съел какую-то субстанцию в борще, и болит его желудок, и на сердце все сосет. Ах, когда ж, товарищ штурман, он жену себе четвертый раз найдет? А все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. Лечу я, все лечу, весь пристегнутый ремнями и скопление населения, наблюдаю под собой. Но я думаю, что прав композитор Д. Тухманов и поэт В. Харитонов, что действительно прекрасен этот мир. А все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И летим мы, все летим, все пристегнуты ремнями, и какой-то умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город нежен, весь заснежен. Мальчик видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что мы на летающей тарелке. Умный мальчик, ты ошибся. Мы ведь местные свои. А все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла.